Песню дали ночью, мы ее всю ночь готовили, работали над своими образами, пошли где-то кожанки, и вот было так вот. Ну, друзей там где-то. Да. А утром мы были ужасно невыспаны, усталые, и нам помог Red Bull. И таким настроем боевым мы вышли на сцену. По 2 литра Red Bull. На каждого причем. Вопрос в лоб. Вы, мы уже знаем, что Роза Мукатаева ушла с проекта. Ваше отношение к этому? Ну, честно говоря, знаете, мы ее там как-то и не заметили. Потому что, видимо, мы не услышали. Где-то мы уже за кулисами ходили. А потом, когда в интернете она взорвала все? Нам очень понравилась, очень талантливая девочка вообще. Все есть. Внешность, голос, все, что надо. И энергетика очень сильная у нее такая, творческая. Да. Есть. Немного, конечно, жаль, да, что она покинула проект. Да. Если вы знаете, наверное, Султана Кожигитова. А, ну все, окей. Очень добрая, наверное, попалась. Она... Какая она? Как для вас? Очень чувствительная. Хорошая женщина, добрая. Чувствует, очень музыкальная. Если мы что-то там врём немножко, она сразу, стоп, что это такое? Заново. Да. То есть она все чувствует. О, у вас вот уже давно сложился вот этот коллектив, и как вам... Как легко или как трудно вам удается, допустим, какие-то вот композиции чередовать и сочетать? Потому что, ладно, два человека, да, группа, там еще как-то можно, а вот четыре – это очень сложно, наверное, распределить по голосам. На самом деле нет. У нас четыре абсолютно разные голоса, и если мы берем какую-то песню определенную, допустим, она подходит больше Жене Бекову. Никого не было! И больше напор идет на него, на его голос. Допустим, другой песни больше на Тимура. И у нас как бы никто не в проекте 16. Все показывают себя в полной мере. Да, свой вокальный диапазон, свои тембры. Да. Вот. И поэтому у нас нету разлада, потому что мы не можем даже с другом поспорить. У нас абсолютно разное все. Каждый в своем силен и все.